Rosa. Thank you.
așa voi câte pe care te șezi în farmație, voi pe pe palmițe, nu știu. Это матка. Понимаешь, с нее пошла цивилизация. Ну я вижу ее как атомную ускорицу. Она все что хочет. Генератор фаллическая, это самое. Не, она все что хочет, понимаешь? Но она же живая, понимаешь? Она работает, как говорится, ну, она имеет сознание, она имеет логику, она имеет юмор. Она свой пошутить может. Может ласково, может пошутить грубо. Как ей кажется ласково, но не совсем. Ну это как правило такая шутка, наказание за амбициозность всегда. Thank you.
кто-то ждет, меня. Большие технологии хорошие, но поэтому они, как говорится, имели фатум.
показ. Это нельзя выкинуть, понимаешь? Это генетическая память. Понятно, это память. Это генетическая память, да. Вот она отпечатки делает тебе, что ты можешь этим, этим, этим. Там есть и дракон, и ничего хвостом, который так загнутый. Есть и он тоже. Поэтому дракон — это не просто те придумки, которые там летали, жрали людей. Это искажение просто. Да, были деградирующие формации, которые действительно там куда-то питались там. Это была та форма, которая могла жить в то время, в той среде. Теперь они создали, кажется, была такая форма, такая форма. Да, а потом я еще не мог понять, почему мне все просто, знаешь, плющит, ну хлам просто, я весь, это когда... А это твое наказание за то, что ну, как-то, тебе разрешено идти, а вот человек сам не мог попасть. На вашей энергии да, всех тащил. Да, и ты, грубо говоря, берешь, ну, как сказать, на себя уже своего неосознанное гордение, что а я людей заведу. Ты заведешь, но ты ответственный за то, что ты их туда завел. И тебя начинает выжимать. Да, плющит, мять, катать или все. Потом говоришь, пока это попутно. Отработал. Да, не, а просто уже приходит осознание, что это не физические домогания. Просто на Кранеге тоже есть подобная структура. Просто это зафиксировать. Красный кристалл по кругу. 12, да? 16 символов. Середине озера и также зеркальное отражение. Нет, озеро снизу, там по-другому, там несколько этих пещер. Вот это ты в курсе, да? Я знаю, как это строится. Это описано во многих книгах. А вы эту информацию взяли? Откуда синистская? Она пришла? Это не синистская. Это... Ты не можешь туда, в физическом теле ты не можешь. А ты в реактор можешь залезть? Информация сама при обладании совести.